Селянка, у тебя бабушка есть? Нету. Сиротка, значит. Вот сюда. Хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Так и здравствуйте вам. Здравствуйте вам. Здрасте. Так хорошо слышно, блядь? Да вообще обалденно. Это самое хорошее. Да. Только что просто люди, блядь, не хотели слушать правду, поэтому говорили, что не слышно. Давайте, я люблю правду. Если вы из России, то вам крупно не повезло. Почему? Это правда жизни. Ну давайте, вы знаете, правду не выбирают, правда она одна. Согласна, да, вам просто не повезло, да, потому что вы там находитесь, и вы для этого ничего не сделали, что вам повезло в этой стране. А что я должен был сделать? Что я должен был сделать? У вас минимум был один выход. Самая хуйня оттуда. Не ругайтесь, некрасиво ругаться. Зачем? Вы же такая симпатичная девушка. А такой нецензурную лексику используете. Не помню. Не надо. Красиво надо разговаривать. Давайте, да вы мне просто... Меня мама сказала, не матерись, сынок. Она мне вот... Меня Саша зовут. Она мне говорила, Саша, не матерись. А мне моя мама сказала, Леночка, Дося, матерись, пожалуйста, когда это будет необходимо. Ух ты, я даже боюсь представить профессию вашей мамы. Да, тебя представлять. Не ругайтесь. Вообще, Ленок, не надо. Ленок, давай, можно я Ленок буду называть, так за по-небратски. Нет. По-родственному. Нет, Ленчик. Вообще нет. Нет. Ленуся. Леночка. Нет. Максимум Елена. Елена, ух ты. А можно Елена прекрасная? И можно и премудрая. Не, ну вы не загинайте так далеко. Остановимся на прекрасной. Пусть будет, пока. Не, ну премудрая, она почему премудрая? Она не материлась, у нее словарный запас был побольше. Поэтому там то отпадает. А вы с ней явно не общались, чтобы вы делали такие умозаключения? Не, я книжки читал, сказки, мама читала. Ну и что? И там было прямо так и сказано, да? Она была такая премудрая, она такие фразы говорила, вы шо? А прекрасная материлась? Прекрасная, да. Можно было. Прекрасная, понимаете, Бог дает либо ум, либо... Очень, очень редко, когда Бог одаривает и тем, и другим, но это... Ну, мне совпало. Не, судя по всему, вам не повезло. Мне очень даже. А некоторым вообще не дает ни того, ни другого. И они не сомневайтесь. И они любят комплименты. Мне похуй на ваши комплименты. Это не значит, что что совсем ничего не досталось. Просто вы в другой очереди стояли, когда Бог это раздавал. Я говорю, ваши комплименты, поэтому я знаю, что я прекрасная и премудрая. Дальше. Слушайте. Да, это называется самомнение. Ну, оно нормально, это нормально. У каждого человека оно есть. Это называется самооценка. О, вот здесь вы точно от скромности вы не умрете. Вот. Если бы вы были мужчиной, я бы сказал, знаете как, я бы сказал, где у него была совесть, там другое выросло. Но в вашем случае там... Слава богу, я не мужчина, поэтому мне это рассказывай. Как вам может быть потому, что чего у вас нету? Хую. Ну как, а может быть потому, чего у вас нету? А вы, наверное, о нем думаете всегда? Да, постоянно. Полностью. Хотите, вот у меня есть друг Махмуд. Вот он такой же, ему тоже все вот так вот. И хотите, я вас познакомлю с ним? Нет, блядь, кто там еще? Он у нас здесь, знаете, он у нас вот как бык-оплодотворитель вот в нашей деревне, да. Махнул. А, ты что, с деревни еще не ходишь? Я, да. Ну, по-разному называется, понимаете. Вообще, Махмуд с Кишлака приехал. Да нет, ты откуда? Я из Калининграда. А это деревня? Не, Калининград это город, но недалеко деревня, если мы там, пасека у нас. Я просто сегодня уже, кстати, оттуда, ты уже, наверное, человек третий или четвертый, с кем я общаюсь. О, мы все здесь сегодня, мы по очереди выходим, да, в рулетку, мы договорились. У вас там типа, да? Я так и понял. Вы не видели такой вот в тюбетейке сидит, не? Не, ну я разных таких нет. Ну, наверное, Махмуда вы не встретили еще. Ну ничего, я вас познакомлю. Вы, кстати, откуда? Я не расстраиваюсь. Я из Одессы. Вы откуда? Из Одессы? Это нормально, вот ничего, с Одессы мы берем тоже.
Кого вы берете? Куда вы берете? Как к нам? А, так мы к вам не идем. Нет. Зачем вам это вот грязное Черное море? Приезжайте к нам на ласковое, на ласковую Балтику, да. Грязные черные вы. У нас Ну оно же черное названо не просто так, а у нас Балтика. Представьте, Балтика. У нас шпроты плавают уже. У нас шпроты в этой Балтике плавают уже в банках. И в масле. Подожди, да, подожди. Мне просто понравилась твоя охуенная логика, бля. Черное, значит, оно грязное, а все остальные моря ты как можешь обозначить? Желтое, красное. А, да, желтое, оно желтое. Средиземное. А ну расскажи про каждое. Про красное, оно красного цвета. Я говорю, расскажи про каждое, почему так названо. Красное. Это черное, это грязное. Пираты, когда захватывали ту территорию. Про каждое расскажи. Да, я же тебе рассказываю. Про Красное море. Когда пираты давай, захватывали давай. Ту территорию, очень много погибло пиратов. И море покрылось кровью. И поэтому назвали дальше. Красное. Про каждое дальше. Следующее. Желтое это угу. Китайцев завезли, они на пляж все одновременно вышли. Море Лаптевых, там из мха Лапти вязали. Да. Ага. Это где Кольский полуостров, да, море Лаптевых. А Средиземное почему? Средиземное? Его ваши хлопцы выкопали. Оно посередине земли было, они выкопали вокруг, как яйцо. Вот открываешь вареное, и оно получилось. Средиземное, поэтому среди земли. Среди земли из ниоткуда море. Это после того, как черное вы выкопали. Да. Украина? Да. Нихуя. Не, вы же родоначальники всего. Ну, мы это понятно, да. Не вы же, блядь. Ну да. Да, как бы ясно и понятно. Так как бы здесь даже гадалки не ходи, блин. Слава богу, что ты понимаешь. Даже вот Адама и Евы не было. Это все вранье. Был Тарас и Галя. Да, главное, чтобы ты в это верил. И рассказывай так подальше. Что значит я верил? Я же ваши книжки читаю. У меня... Да нет, у меня внучатый племянник. Знаю, у меня это... внучатый племянник. Он как раз вот из Одессы. Ой, блядь. Шо? Я вообще так... Не ругайся, сколько я тебе же говорил, слушай. Да ты мне не указывай, ты, блядь, что мне, блядь, отец, мать, блядь, родной, не знаю, сын Крумбурат. Ничего себе, ты потолок покрасила. Слушай, а оранжевый цвет что означает? Не, смотри просто вот так вот, чтобы тебе было понятно. А оранжевый цвет что означает, родная? Ну, бабочки-то понятно, оранжевый цвет что? Это называется Красное море, море, блядь, там, где вы погибаете. А, понятно. То есть вы, а почему? Понятно. Сделайте еще один цвет, слушай, родная. А так я это предложу, потом не переживай. Ну давай. И ты мне не родной. Главное, что ты вот этого должен видеть. Цвет. А понял? Что я увидел? Бабочек, что ли? Бабочек. Окей, личико покажи, Глюштай, поверни на личико. Да подожди, я занята, блядь. Чем ты? Не делай ничего руками, убери руки, не делай этого. Да пизды пока так. Я тебе говорю, так, не делай это руками, это неправильно, так, это нехорошо. Как только так. Увидишь мужика, сразу же руками начинай. Я понимаю, я неотразим, но не настолько, не надо это делать. Да, потом, блядь, запечатли меня в памяти, потом пойдешь вот куда надо и там будешь делать нормально. Да Пал, блядь, тебя запечатлю. Не делай это сейчас, это некрасиво. Ты соскучился или что? Линок. Покажи лицо, я тебе могу плохо подумать. Я уже начинаю тебе плохо думать. Слышь меня? Что там ты обещаешь? Я говорю, я тебе уже начинаю плохо думать. Да, мне это мало. Ты, может быть, хочешь пойти просто далеко и надолго или как? Ты что не на войне? Тебя уже возраст не позволяет? Мобилизация уже не действует? У меня такое ощущение, что ты специально хочешь, чтобы я к тебе приехал. Вот мужиков у вас нету, ты хочешь, блядь! Чтобы хоть я приехал. А ты что, не понимаешь, конечно, что я тебя вызываю к себе? Я тебя уже почти адрес диктую. Ладно, давай, ну-ка, расскажи мне, что ты приготовишь к моему приходу? Записываешь? Я тебе приготовлю пакет. Не, пакет мне не надо, пакет мне не надо. Вот что ты мне приготовишь? Что-нибудь вкусненькое? Линок, что-нибудь вкусненькое? Тебе кроме пакета больше нечего готовить, потому что ты, блядь, не такой хуй. Слушай, у тебя бабочки со стены на кружку приклеились. Да, ты прикинь, у меня все цвет, чтобы ты понимал. Ну нет? Давай, Ленок, чтобы я приехал, давай рекламируй себя, давай. Ты мне можешь максимум, знаешь, подожди, не ругай, плечи. Я же тебе говорю, не ругайся. Подожди, ну я не уверена, что ты приедешь, ты уже, может быть, по возрасту не проходишь, да?
давай, ну-ка, стриптиз можешь станцевать? Я тогда быстрее приеду. А ты по возрасту проходишь? Конечно. У тебя столько не будет денег, чтобы я станцевала стриптиз. Почему? Откуда ты знаешь, сколько у меня есть денег? А откуда я знаю? Оттуда я знаю, что тебе не хватит, чтобы я станцевала. Почему? Скажи, сколько у тебя есть. Ты не танцуешь, что ли? А, вот мы уже начали, торговаться, мне уже приятно. Да, ну значит, все-таки потенциал есть. Значит, ты все-таки не отказываешься. У тебя нет. У тебя нет. Ты все-таки не отказываешься. У тебя денег нет. Серьезно? Угу. 1000 хватит. Вот нет. Я чисто пошел, знаешь, вот на ва-банк. Что там еще? Нет. А, ты настолько нищеброд? Все, пока. Подожди, чувак. Красотулька, ну, мы же только начали. Мы же торг только начался. Нет. Я услышала твой, блядь, вонючий торг. 1000 называется, что нищеброд. Ты в какой валюте считаешь, красотулька? О чем здесь можно говорить? Ты в какой валюте считаешь, красотулька? Какой валюте? В такой, которую ты предлагаешь, блядь. Откуда ты знаешь, какую я валюту тебе предлагаю? А я не хочу даже такие вообще расценки расценивать. Понимаешь? А какую у тебя, ты кроме, валюту? Блядь, у тебя. Ты что, блядь, прикольный или что? У тебя кроме рублей, блядь, я шекели могу тебе дать. У тебя больше не ходит. Я могу шекели дать. У меня шекели есть. Блядь, нет в этой жизни больше. Как насчет шекеля, родная? Это родное для тебя будет. Угомони таланты. У тебя больше нихуя нету и не будет. Когда у вас будет... Ты же страшный, правильно? Правильно. Краснодар, да, Краснодар. Все, ты запомни, какой Краснодар? Калининград. Да какая хуйня? Одно и то же. Правильно. Для чего? Главное, знай, вот грядки пана Збышика и свинарник. То есть, может, в дом пустит время от времени. Это все, как бы, нахуй. Ругайся, не ругайся. Грядка. Ленчик, Ленук, Ленусик. Да не Ленучка мне, блядь. Фу, пожалуйста. Не ругайся, не ругайся. Кто, если я тебе не буду ленукать, кто тебе будет ленукать? Ленукать? Ну. Ебать. Короче, закрой, пожалуйста, этот вот и не перебивай. Не, я говорю не про ленок, то, что... так не пойдет, не, так не, не пойдет. Меня, когда не, я не говорю, ты должна молчать и внимать. У нас, когда мужчина говорит, женщина должна молчать и внимать. Ты не можешь говорить одновременно со мной. Это неправильно, это некрасиво, это не культурно. Ленок, тебе придется очень долго переделывать. Поэтому слушай меня сюда. Будешь себя плохо вести, отдам тебя Махмуду. А Махмуд, он такой, знаешь, парень простой. Ему... пофигу, с какой, как у тебя руки там в боке. Все, я пошел. Прощай, наша встреча была ошибкой.